Это канал Gadget Page, и сегодня у нас обзор на новый увлажнитель воздуха от Xiaomi. Младшую модель Smart Mejimi Air Humidifier, а точную модель вы видите у себя на экране. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Сразу давайте откроем эту коробку и посмотрим, что же там внутри. Сверху лежит аккуратно запакованная инструкция, пенопластовые формы и сам увлажнитель. Он состоит из трех сборных компонентов – крышки, резервуара для воды и блока управления. А теперь, пожалуй, рассмотрим все детали поподробнее. Все три компонента сделаны из прочного матового ABS-пластика белого цвета, покрытие которого устойчиво к царапинам и образованию загрязнений, что существенно облегчит процесс ухода за ним. Крышка выполнена в виде воронки с отверстием в центре. Благодаря этому доливать воду можно и не снимая ее. Также для контроля максимального уровня воды возле отверстия по кругу есть отметка в виде небольшой бороздки. Никаких ручек у крышки нет, снимать ее можно только поддев за отверстие. Резервуар объемом 2,25 литра. В нем присутствует механизм, а в верхней части видим отметку максимального уровня воды. Отметки же минимального уровня нет, так же как и специальные ячейки для аромамасел. В блоке управления увлажнителя установлен механизм формирования пара. Сзади расположен кабель питания длиной почти 1,5 метра. Способ формирования пара ультразвуковой. На лицевой части одна единственная механическая кнопка, которая отвечает за скорость испарения и три диодных индикатора, показывающие эту скорость. Снизу четыре резиновые ножки, которые обеспечивают высокую устойчивость даже при гладких поверхностях. И наклейка с краткими характеристиками устройства. Кстати, вы их сейчас видите на экране. Увлажнитель имеет довольно компактные габариты, но для того, чтобы избежать порчи вашего имущества, располагать его нужно на расстоянии 30 см от мебели и не меньше 1,2 метра от потолка, так как пар идет вертикально вверх почти на метр. А вообще увлажнитель рассчитан на покрытие комнаты примерно в 30 квадратных метров. Также он довольно легкий, поэтому даже на рабочем столе не будет занимать слишком много места. Как мы уже говорили, работать он может в трех режимах. Запустить увлажнитель можно, нажав единожды на кнопку. Чтобы увеличить подачу влаги, нужно нажать еще раз. Также это покажет загоревшийся индикатор. На первой скорости будет испаряться 100 мл в час, на второй 150 и на третьей 200. На максимальной скорости испарения одной заправки хватит примерно на 8 часов непрерывной работы. Корпус увлажнителя не греется. Для выключения нужно зажать кнопку и подождать пару секунд. Таймера отключения, к сожалению, нет. Кстати, если в резервуаре закончилась вода, увлажнитель автоматически отключится, поэтому можно спокойно засыпать и не бояться, что он сломается. Максимальный уровень шума всего в 38 дБ позволяет устанавливать прибор даже в спальне. В отличие от старшей модели, в нем нет антибактериальной функции, а также отсутствует возможность подключения к Mi Home, а это значит, что управлять им со смартфона не получится. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал и ставьте свой звонкий лайк. А также пишите в комментариях, ставите ли вы у себя увлажнители воздуха и нравится ли вам такое устройство от Xiaomi. Всем хорошего настроения и до новых встреч! А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса.